Всем доброго времени суток. Поздравляю вас всех с праздником. Хочется пожелать нам всем добра, здоровья и мирного неба над головой. Я сегодня к вам с рецептом печенек. Нашла я данный рецепт на немецком канале. И адаптировав под себя, я приготовила такие печеньки. Берите данный рецепт на вооружение. Тем более никакой возни с тестом нету. Все перемешали ложкой и отправили в духовку. Для данного рецепта нам понадобится 2 стакана овсянки, которую мы перемолим в муку. 100 грамм любых орехов, которые также перемалываем в муку и отправляем ее к овсянке. Пачку ванилина, сливочное растопленное масло. Также нам понадобятся яблоки. Вместо свежих яблок я использовала заготовку для пирогов яблочную. Если у вас свежие яблоки, то к 4 яблокам добавляете 70 мл воды. Взбиваете все блендером. И отправляете эту массу для замешивания теста. Тесто получается вот такой консистенции. Распределяем его по формам. Можно просто ложечкой выложить на пергамент. Печеньки украсила сушеной клюквой. Можно и изюмом, и вишней. Далее отправляем в духовку на 20-25 минут. При температуре 200 градусов выпекаем. На выходе получаем вот такую красоту и вкусноту. Наливаем себе чайку и получаем гастрономический оргазм. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. Всем пока-пока!